Сегодня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, открывается саммит по глобальному развитию. Это наиболее важное событие организации за последние годы. На форуме планируют утвердить план развития жизни на планете на предстоящие 15 лет. Главные цели – искоренение нищеты и голода. Стоит отметить, что делегация нашей страны принимала активное участие в подготовке итогового документа саммита. Участниками саммита ООН-2015 также будут подведены итоги реализации целей развития декларации тысячелетия, принятой главами государств в 2000 году. Республика Беларусь успешно выполнила 5 из 8 целей развития тысячелетия, в первую очередь связанная с искоренением крайней нищеты и голода, обеспечила всеобщее начальное образование, снизила материнскую и детскую смертность, добилась прогресса в обеспечении равенства мужчин и женщин. По оценкам международных организаций, данный показатель выполнения Беларусью целей развития тысячелетия является высоким по сравнению с другими государствами мира. Беларусь приветствует и тот факт, что впервые в истории существования ООН при участии всех государств-членов согласовано единое видение путей улучшения условий жизни на долгосрочную перспективу. Участие в саммите примет и Папа Римский. Франциск сейчас находится с визитом в США. Понтифика в Нью-Йорке встретил оркестр со знаменитой одноименной песней Фрэнка Синатры. Поприветствовать папу собралось несколько сотен человек. После общения с местными священнослужителями и горожанами понтифик проследовал в вертолет, на котором отправился в Манхэттен.